Слава танчишь первых, заходишь во тьму. Рискат танчит големов. На второй фазе холёные големов. В четвертой пати, кроме демона, остается добивать трэш. Так, демон ты у нас. Да, это демон. Так, давайте друиды и иннеры. Форд заливаешь хайверу, мизантроп заливаешь лимону. Так, по диспелу. Так, Дуду типка подиспелишь, чтобы по тьме. То я не знаю. Трой, ты умеешь диспелить все во тьме метки? Да, Дуду типка подиспелит. Маги диспелят эту фигню. Да, там маги, присты диспелят. Кто может сами диспелить из себя? Так, что там еще по хилам? Лимон, как огурчик свету, остальные все во тьме. Там, смотрите, будет шаман новенький, так что страхуйте танка, хильте хорошо. Так, на третьей фазе, когда выйдем, присты через взрыв бьем. Там погибнем, скажу. Вроде все сказал. Давайте чек на пол. Пишите, рука там, кто на какой спик ролит, куда ИП получает. В тьме вы паладины распределились аурами? Да, там распределились. Дайте рыбу, блядь, ХП мало убьет, блядь. Так, Кагучи готова, рискат готов. Чё там, рыба есть? Штельку поставить. Или хавку какую-то. Войд, это специально для тебя. Чё? Вот, портал. Спасибо. Давайте с первого трая, блядь, и вторую убьём, сейчас здание зайдёт. Ну, блядь. Джерри он топ, я топ, мы не можем, ну, упасть просто здесь. Шаману новенькому рассказали, что там новый. Танков держит в этом, если такое. Да, рассказал, потом в этом зайдем, я покажу им, как делать все. Почему Арканит так подорожал на этом сервере? Потому что такое сделаешь. Говорю, там этот кристалл, через который ее делают, он теперь очень с маленьким шансом дропается. Так, ладно, давайте все тут заходим в зрение. Давайте, да, мелкий трэш на осаде напуливаем. Давайте, все готовы, Дима, начинай. Если ты же сказал, что я танчу свет и больше угорал. А, да, Слава, начинай. Не в того вторых дел. Так, давайте стоим где-то в печеньке. Там шаман, смотри, где-то в печеньке надо стоять, чтобы метеорит, когда падал, рейд не убил. Можно было прибежать. Смотрим, метеорит. Вон, лимон, выноси, смотри, как выносит метка. Только это неправильно, не смотри, короче, не смотри. Чисто, получайся, бежим. Так не делай. Так, смотрим лужа. Лужа нормально. От лужи надо убегать, короче, она тут тебя за 2 секунды и убьют. Давайте, бьем холёна, это мелкий трэш. Садли, выноси, морозьте трэш. Хайвер, вставай. Да, хайвер. Когда отходишь, надо чуть дальше отходить. Вот где-то, когда перебегаешь, где-то вот тебе печенька стоит, надо где-то сюда отходить. Дайте ему там иннеры, все друиды. Дайте ему там бафы. Бейте Халеона. То есть ты должен дальше отходить, потому что там трэш напуливается. Вот так вот вторая метка выносится, через хвост возвращается. Давайте, бежим. Падает. А чуть дальше отходить, только не в самую стенку. Блять. Не рис. Этот друид рес эрдру. Ховера ресы. Напуливайте трэш. Блять, ты че вы дохнете? Мизантроп, рес и афорда. Бейте Халеона быстрее. Что вообще плохо. Бейте Халеона, бейте. Давай, ДК, прожимайся, заходи сразу. Четвертый остается добивать. Давай, заходим. Шаман, ховер, ты сами заходи. Давайте, в печеньку стали. Дайте ему там минеры, что-то ему дайте. Паладина, дайте на него руки. Смотри, как будет сейчас метку выносить между этих двух луж. Посмотри, как лимон выносит. Все, ему фридом дали, он возвращается. Ну, хильте его, хильте. Блять, падайте. Хоть бы кто! Сам, сорян, но тебе честно рано еще. Да. Сколько еще? Да. Афорд, братан, Афорд, ты в РК? Конечно. Знаешь, вот, ну,
Я, короче, пробовал бить трэш аккуратно. Я был первый по дамагу. Ну там отрыв маленький от роги, как бы от Нарексиса. Но я тебе скажу так: бей трэш этот аккуратно, маленький. Понял? Не врывайся в него, больше босса давай. А то вот это то, что ты падаешь, ты сейчас на Джеррио похож, а это толку ноль, блять, когда вы падаете, понимаете? А ты, Войт, смотри, пожалуйста, за собой. Интересно, Родона взяли фильм, и отвинка нюхать. АМД зовется. Чё я тебе такого сказал? Я тебе говорю, как я играл. Можешь видео посмотреть. Он падал. Так сдохните, два приста, чё там прочь? Во тьму зайдите лезвие, пусть вас бреют. Просто совет дал, на первой фазе ты упал, я не знаю, блядь, это, ну, ну так это прикол как бы такой. Просто БР впустую все отдали. То ли Знита там не может похил? Нет, там Элим. Ну есть Серж-Стресс-Тест Шаман, думаю, волну поспамить сможет. Но это не важно, волну просто поспам в этом. Там таланты не отличаются в СПВЕ, там только три таланта. Ничего страшного не будет. Бери Валеру и Лизнита там, думаю, волной похили. Чё там решили? Давай этот тайм во тьме похили, чтобы все равно три хила тебя подстрахуют. Да ничего там, пока стоишь, ничего страшного. Дайте шкаф. Кто там у шамана заливал Линнер, не помню, кому я говорил, теперь тотему заливаете. Тыкните на сум. Только там поб... Ну так, все, КД понятно. Че это за Эрдру? Шарит? Не знаю, новенький. Спросили его, он шарит? Эрдру, ты шаришь? Кто не шарит, тот Пласка что залили. Делает? Там заливин шарит. Прям прошарил, надо сказать. Дайте лапку. Так, давайте суд, можете фулл бафы дать. Там пороги дайте бафы, дайте лапку, что там просят. Лапка есть, давайте чек на пул. Что там не хватает? Мана. Там уроги? Нет, шамана. Дайте кулак пороги, кто там неизбежность, дай порогам кулак. Я сдавал. Ну, так этот тотем во тьме хилишь. Так, ну шо, готовы там? Только не двигайтесь, я фаску веду. Тавкер, ты тут заходи за линию. Давайте, все готовы. Потом слава начинай. Пипец. Раскладка талантов не отличается вообще ничем. Тихо. Как говорю, ну типа по отличию я по выкладываю лес. Лихо. Было бы еще пробуждение этих качать, чтобы тебе попало. Смотрим лужи, на лужах не дохнем, хилы дальше от Хариона отходите, чтобы трэш накуливался в рейд. Давайте бейте Хариона побольше, плохо бьете. Неизбежность выноси.
Бежим. Смотрим, в луже, в лужах не дохните. В рейд. Трафиш выноси. Давайте бьем халёно, переводим, ДК сразу заходи, рейд скажу, когда зайти. Четвертый, оставайтесь. Додайте пока больших, больших задутайте. Давайте рейд заходим. Так. Нюх, ты тут, Рога? Понятно. Давайте, да, выноси, друид. Заходите, если добили. Не неси под борду, сворачивай левее. Блять. Пропускайте лезвие ближе к морде, сейчас выносите. Там кто новенький, смотрите, как эта метка выносится, когда ближе к морде. И к после лезвия. Круто, жертву можно бару. Так, Жека, выноси, смотрите, как он за ту метку. Все, за ту метку неси, не диспельте, за ту метку неси. Блять, ну что вы делаете? Падайте. А что, все упали, что ли? Нет, просто не хочу БР тратить. Бля, это пиздец. Кто там нес эту метку? Ну, кто ее диспелил? Это ни к чему нес. Вперед несешь. Ты наперед несешь только тогда, когда активные лезвия. Там уже конец. Да, да нет, души надо до типки, на нем даже показывают. Да, это не так. Тут типка была? Но это он вперед. Моя первая самая дудутипка. Если вы говорите про последнюю метку, то это Жека вынес. Но первую, который во тьме вынес, я не знаю кто. Вот это вот последняя, когда затянула ханта. Последняя, это Жека вынес. А, сори. Короче, как вам сложно запомнить? Первая, вторая метка назад, третья метка одновременно с лезвиями идет за шариком. Вы идете, вы бежите наперед, потому что вы убегаете от шарика. Но не добегаете в шарик, который перед вами бежит, блядь. И так, блядь, по кругу повторяется. Две назад, одна за шариком. Между двумя шариками бежите, блядь. Сука, и так по кругу все повторяется. Как это, блядь, не запомнить? Давайте все. Почините себя, давайте. Чтобы если вас резнули, чтобы вы поломанные не были. А че же вы, не понял? Не знаю, может, череда или что. Давайте, у нас еще трайф на три рыбки осталось, а потом расход. Надо расход. Так, давайте чек на пул. Так, на Рексис, рискат. Так, рискат. Дима, ты тут? Давайте, все готовы, заходим за линию. Слава, начинай. Ну, Даня зашел. Ну, будь рядом тут где-то, наверное, надо будешь. Садли, выноси. Бежим. Давайте смотрим лужи. Вред.
Играйте по Халёну, там мелкий треш без вас сольется. Им иссушение давай своей дохеньке. Бейте Халёну лучше. Там еще 4%. Возвращайся быстрее. Ну, через кошку. Возьми кошку и возвращайся. Лужа вред. Давайте Халёна играть, потом будем мелкий треш сделать. Так, давайте. ДК заходи сразу. Рейд скажу, когда зайти. Давайте РД больших задотали. Давай, ДК, заходи. Заходим, рейд. Чего вы там срываете? Встаньте все звездочку, там вслед звезд бреет. Встаньте в звезду, не подходите близко к Халёну Милике. Потом он выровняет. Кавкер выноси. Кильте его, это что он там вздыхает? Слава, не лови лезвие. Нарексис. Заходите, если добили. Где вы там? Заходите. Там друиды Инры своим шаманом давайте. Пропускайте лезвие, ближе к морке выносите. Смотрите, как выносит сейчас. Селфиш, смотрите, как выносит. Он пропустил лезвие, выносит. Если 3, готовьте свет. После лезвия будем выходить, после лезвия, после метки. Смотрим, стоим, ждем, пока бейте. Сейчас будет метка после метки. Перцогиня. Все, выходим в свет. Пристрим, бьем. Бьем через взрыв. Так, Хаткер, выходи, рост свету. Свет, рост. Пристрим, бьем через взрыв. Свет, первая метка, ровно назад выходите. Афорт. Давайте смотрим метеорит. Смотрим, где-то падает. Бежим. Там Волкер, если можешь, подиспель, пожалуйста, реселфиш, подиспель, то смотрим лужа. Лужа в рейд. Играем по трэшу. Свет, Халёна не бьем. Рост во тьме. Рост во тьме, мелкий трэш отводи. Отводи мелкий трэш, мизантроп пресса и селфиша. Давайте свет, Халёна не бьем. РДД больших, милики маленьких. Мах, выноси. Бейте большого РДД. Чего вы там мелкий, сука, трэш долбите? Играем по Халёну. Смотрим, сейчас будет метеорит падать. Бежим, падает. Так, свет, играем по Халёну. Смотрим лужа в рейд. Халёна бейте. Бейте Халёна пока. Давайте по трэшу играем, а форт ресай быстрее. Талгим на хп. Все, падайте, не ресайте. Падаем. Да, я дал, у меня ж мгновенный тип. А чё у вас там? Хпал умер. Интересно, почему? Есть два пункта. Либо он близко стоял. Пробегайте подальше. Наплюли. Хилы, вот у Мак, там у тебя, наверное, бомба кончилась. Мак там от бомбы умер, его бомба разрядилась, а по трэшу он умер. Ну и все. Да я дал ХП. Вот пробегайте подальше просто. Обновляйте свою бомбу, когда трэш выходит, лучше обновите. Сам всегда так делаю.
Да там звезду можно не вставать, там хилы там сами, смотрите, это я просто как РДД, я ближе стою. Давай, Валера, заходи, там чинитесь, пока кушайте рыбу, еще рыбой на 2 трая, сколько там, 3 трая, не помню. Я куплю сейчас еще несколько стаков, будем до самого утра сидеть. Не-не-не, давайте, можете фул бафы давать. У вас своим ГП и Ваня рвается на плащ. Еще много. Там еще надо мизантропу дохерачить и херачить туда. Мизантроп, че за хуйня, АФК, 500 ГП. Так, давайте смотрим, там каску магам еще дайте. И вроде все. Давайте чек на пол. План, который идут. Опа, спасибо. Есть ласка на апу кого-то? Так, иголочи готово. Так, давайте все готовы, там заходим за линию. Слава, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть... Там заливи мне ПМш разрывает, так что смотрите, кто будет косячить, он заменит. Вар, выноси. Бежим. Так, близко падает, дальше бегите, смотрите лужи внимательно. Блин. Ну ты-то на плащик не врываешься, чё ты падаешь? Эльбру, резай его. Кавкер, выноси. Чё? Не по одному мелкому, большому. Он мог пересагрить. Эльбру, резай волкера. Вон, заберите один. Дайте стан вот этому вот мелкому. Давайте, дотаем с него. Так, хавкер, выноси. Смотрим метеорит, бежим. Смотрим лужи, не умирайте. Дрейд. Неизбежность, выноси. Ну блин, Дима, чего они там на тебя срываются? Мелкий трэш на БДК. Не успел. О, мизантроп. А форт, резай. Падай, падай, падайте, падайте. Нам нахуй. Сколько, 2 сотки? Да, все 4. Мизантроп, бля, ворвался на плане. Ладно, мы там хотели трэш с этого собрать, нас убили. Убило. Че ты там, блядь? Клык вытащил, ключ вытащил, блядь. Чё там еще вот это, как она называется-то, блядь? Добрым смертью, да. Всё захуярил, да? Захват рун, блядь, нахуярил. Как дела, Джерион? Чё за хуйня? Хрю не ударил, когда согрелась ударом. Что ты хочешь? Что мне напоминает этот прошлый пятничный? Сука, я танчил, нахуй, мне, блядь, 100, 100, 200, 300, нахуй, 700 ГП, въебали, блядь. Я еще говорю, Варенька, нахуй, скажи, блядь, что я на приста. Хуй-то там я на приста буду, блядь, получать. Ты помнишь, как эта машина, ну там, сука, 1000 залит. Когда тут даже не он играл. Че пиздец. Ну, блядь, это называется. Прям на больное место. Давайте, все тут, фулл бафы, давайте, там, чинитесь, кушайте рыбу. На последняя рыба, последний трай, да? У меня есть рыба, не надо последний трай. Может кто-то тактику забыл, может, блядь, давайте нормально разжуем это все или чё мы, блядь, падать так и будем? Всегда надо это делать. Дальше Джерину тактику будем объяснять. Джерин, никакого захвата удара смерти. Ты чего проебались? Ударил ударом смерти, все. ГП нахуй, ебани ему, блядь. А, срул фуловый, ладно. На Милтора нахуй, на его шнур.
Ладно, экватор валишь на. Ладно. Давайте все тут, чек на пул. Каскер тут, на Рексис. Сейчас, подожди, мышку выдержу. Самое забавное, что с квадропедрой связан рискет. Сейчас нажму на число. Он все равно кроме Ульда никуда не ходит. Давайте все готовы, начинай. Да, забери ГП, это же, ну, окинь мне куда-то там, не знаю, на рогу напал. Наверное, да не насрать, можно поставить. А у него рога с самогоном связан, короче. На рогу кидайте. Смотрим, метеорит, бежим, так, бежим. Ты отвязал уже? Был, бля, поэт. Смотрим лужи. Так, ладно, давайте, соберитесь и нормально убиваем и расходимся. Идем следующую. Не врывайтесь там массами, когда трэш бежит, там фурики, ретрики. Играйте по халёну. Бежим. Лужа в рейд. Спасибо, Юра. Давайте, бейте халёна, ДК прожимать сразу. Бейте резко же, как заходить. Давайте халёна переведём, там трэш за дотой большой. ДК, заходи. Заходите, рейд. Не, ты можешь здесь тогда про секунду? Цинаком, да? Дал. Давайте, пацаны, вы будете бить круг и не отправлять доты нифига, потому что полипал напрягается. Лучше влейте дамаг сразу, а не надо тут мультидоть по двум големам. Я сам. Может, сейчас пробуем России, выходите сюда, бери. Добери, заходите. Заходите. Бьет. Сам это все фигу. Давайте, заходите быстрее, друиды иннер своим шаманом давайте. Пропускайте иллюзию, ближе к морде выносите. Пятьдесят три, 52 после лезвия, после метки будем выходить. После метки выходим, смотрим метка, афорт выноси, выходим в свет. Присты бьем через взрыв, выходи хавкер, давайте рост свету. Присты бьем через взрыв, свет, первую метку ровно назад выносите. Черный лимон. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Давайте маги там обновите глыбу, смотрим лужи в рейд. Так, свет играем только по трэшу. Ну, Дима. Чё, была ещё аура. Дэн, да? Могу тут хилиться ударами смерти, но голему надо забирать, надо хильнуть как-то, когда его заберу. Где Халён, Парихас? А, вы упали, я смотрю, сука, танчу, стою нахуй, спокойно.
Заебал, давай я свет танчить буду. Нет. С первого трая убьем, отвечаю. Это пиздец. Да, это не повезло просто, там за секунду два удара по 30 капочки. Чё, ДД дохуя, ну спекните, блядь, третьего хила, пусть не будет вот этого ваншота за секунду. Чем тут третьего хила, ну... Да, блядь, да, я вот танчил, короче, с двумя рогами, и вот этот цвет танчил, три хила, сука, вообще не упал ни разу, блядь. Спекните третьего, блядь, и убьем, сука, с первого трая это дерьмо, блядь, так мы по КД будем падать. Да не будем падать. Давайте, заходите, Слава, заходи. Да я танчил во тьме, блядь, целую минуту. Давайте, сидут, можете фулл баф давать. Сейчас, подождите, мама, там не убирайте. У меня найдется все, что тебе надо. Ну, спасибо. Кушайте рыбу. Там рыба есть кого-то? Кому дать рыбу, чтобы поставили? Я сейчас поставлю. Давайте чек на пул. Ну что, там, наверное, никто не виноват был, да? Да. Так, Слава, кагутчик, ни в чем. Слава, ты готов? Угу, готовы? Да, подожди. Ну, все, готово, начинай. Поворачиваем на рейс, смещаемся. Готовь сакру. Смотрим лужи внимательно. Давай сакру. Сколько еще таких героев? Тотем выноси. Эрдру рез своей неизбежности. Играйте по Халиону, больше по Халиону, это там выноси. Бежим. Петя сейчас Халиону все, надо его перевести, то не успеем. Смотрим, лужа, не, нормально. Играйте по Халиону. Дуду типка. Лапу дайте. Давайте, Халиону бейте больше. Трэш потом взорвется. Давай, Слава, заходи, как обычно заходили. Рейд, скажу, как заходить. Рейд тоже заходите, как мы обычно заходили на ту сторону. Перебежим сбоку, пока больших дотаете. Давай, заходим, рейд. Так, встаньте все в кружочек, а то... Кружочек встаньте, а то вас там лезвие сбреет, там Халион не выровненный. Встаньте все в кружочек. Тотем выноси. Кильте БДК. И близко к Халиону не стойте, тоже лезвие может сбрить. Жека выноси. Ну левее. Чего вы под морду несете все время? Заходите, свет, заходите. Друида Иннер своим шаманом заливайте. Пропускайте лезвие. Ту метку выносите за ту. Только лезвие смотрите.
За ту метку неси, не диспельте. К стенке, потом только диспел, диспельте. Ни к чему выноси, назад выноси. Пятьдесят три, там готовьте свет. После лезвия будем выходить, после лезвия, после метки. Пятьдесят один, смотрим, сейчас будет метка. А, выноси. Выходим свет. Так, рост цвету. Потом выходи. Свет назад несем, несем метку первую. АДК. Присты через дрю бьем пока, да. Да, там. Волкер, можешь подиспелить? Смотрим. Где-то там бежим. Волкер, подиспель метки, пожалуйста. Смотрим лужи. Афорд выноси. Свет, играем только по трэшу. Идей, там сейчас до срыва. Просто во тьме. Просто во тьме. Отведи мелких, растут мелкие. Да-да, вот так вот. Свет только трэш бьем. РДД, бейте больших. Вар выносит чет. Да, выносит, понял. Давайте свет холёный бьем. Бежим. Не ставьте ловушку, ханты, не ставьте. И трэш не морозьте. Вот так, свет холёно не бьем. Свет стоп холёно, лужи в рейд. Свет только по трэшу играем. Садли, выноси, выноси, напуливайте. Хильте хорошо протопало. Давайте, свет только трэш играйте. А форт, реса и волкера. Давайте, только трэш бьем. Так, давайте, мелкий трэш помогли там слить. Играем по холёну, свет. Тьма, стопаните. А, стоп. Бежим. Давайте, холёно бейте, тьма можете бить. Лужа в рейд. Давайте, по трэшу играем. Больших, маленьких, как огурчик, аккуратно. Рога, выноси, джаспанк. Джаспанк, где ты там, к стенке выходишь? Герцогиня кап. Сэдли, выйдите, а лужа бьет. Мизантроп, пресса и хавкера. Свет, стоп по трэшу, стоп, только халю, только трэш бейте, только трэш бейте. Так, смотрим метеорит. Бежим в эту сторону. Бежим в эту сторону, там байров нету, только хилом не дай. Лужа смотрим, играем по халиону. У вас две метки. Че две метки? Выходите, селфиш, выходи, где ты там? Не башим. Упаль, да? Кто это? Это что такое было? Пятихатку за такую хуйню ебануть, блять, на ком она была? Soulfire, по-моему. А, ему поебать, это ж холодец. Давай, прой, давай, мы тут фото не стал. Ну да, тут тоже. Кто там устал, я могу кого-то заменить. А Soulfire не будешь начислять? Кем он начислил? Блядь, не там. В смысле, ты успел вынести, донес до стены, подождал, тебя не диспелили, ты прожал портал, походу, в рейд, да, назад? Там, там маг был, селфиш контроль из четвертой пати. Там видно было, что центр ничего не было, а не с края. Так, а как маг мог не вынести, если он сам себя диспелит? Я что-то даже не видел, кто меткой жил, когда там начали орать. Не знаю. Последняя была на локе метка.
а не на маге. Вот это, которая большая, на маге была, на селфише. На маге была, которая вместе с нами с той стороны перебежала, по сути. Так, Волки, как дела? Чего большой чат? Чего большой трэш не бьется? 157 тысяч. Можно сразу сказать, как дела. Кирилли БДК, там сейчас просто вам пиздец как повезло, что 8 секунд, которых я был без хила, тупо уклонение. Вы ебано в рот будете хилить? И будьте дрочить! Сука, заебали, 8 секунд без хила стоит. Вы хватите своим ядом, плевать, всех заплевал своим ядом. Ваня, у нас это... Че, Свету, от чего падаете? Кто первый падает? Хилы? Там я не понял, что? Нет, там метка была на все ресиклом, где что-то даже и не увидел ее. Там две метки было. Я так понял, он там... Ну я так понял, там селфиш никуда не перебежал, там стоял ебашил. Потом метка, 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 но он и сдох. Угу. Ну и, соответственно, все забил. Не отходите, давайте, всю фулл баф давайте. Вы все-таки попробуйте третьего хила ебануть, там Джерин же обрыгается, блять. Я прям чувствую. Давайте смотрим, там что там, каска есть, пристабаф есть. Чек на пул. Тут видишь, сложно ДК похилиться, когда ты две цели танчишь. Не надо там оставаться на той стороне или там что ж такую-то херню делать. Вы сильно умные. Фотон на Рексис. Где вы там? На Рексис, потом ты готов? Валера, подходи, тебя ждем. Да какие удачи, блядь. На Рексис, подходи, тебя ждем одного. Он что-то говорил, там писал что-то. Да, что он отойдет на 30 сек. Он тут, можем начинать. Подожди. Хавки тут. Сиздернится босс, блядь, пизда вам. Блядь, ну что ты начинаешь, когда там не готовы были? Все готовы. Из-под босса свалите. Встаньте в печенье, помирите там аккуратно. Огурчик тоже хороший, там голем это... Ну вот смотри, Диана, вот как это называется? Можешь мне сказать? Это так, пиздец, смотрим лужи, смотрим лужи. Вреет. А не. Бьем Халеона. Смотрим, падает, бежим. Смотрим, лужи там аккуратно, не на лужах, не умирайте. Так, вред течет. Эрдру, у тебя Бэр откатился? Эрдру откатился, Бэр, может пока написать в чат. Дайте там кто-то каску на него. Бьем Халеона, давайте большой. Заходи сразу, скажу, рейд заходить. Больших дот эти. Заходим. Сейчас метку назад несем. Персогиня.
Заходите, добили. Заходите, заходите. Там и кто-то убил. Заходите быстрее. Так, Волкер, стой там уже, не заходи. Пропускай лезвие ближе к морде. Именно своим шаманом друид. Заходи. Пятьдесят два. После мерки, после этого будем выходить. 51. Нежность выноси, выходим в свет. Ну, блять, ну... Тотем, останься во тьме. Лимон, вставай, сможешь встать? Афорт, резай ему. Афорт, резай. Афорт, резай лимона быстрее. Падайте, падайте. Не все, падайте. Не резай. Ну, это не я диспавил, если что. Если же кто-то за диспавил. Это прекратится, блядь. Далеко-далеко есть земля. А там это и прекратится. Что-что, блин, далеко-далеко, что? Еще таких героев. Только это песня, да? Честно, мы рады для тебя. Там Новый год, два раза в год, и дальше я не помню. А, протопалы, протовары. Чё? И зеленые БДК. А почему шампан сдохнет в луже? Потому что паладин метку не вынес. Нормально, я его засосала. Почему только шамана засосала? Ну там шаман засосал, и кто-то еще один сдох. И хавки, по-моему. Стой, поставь мамонта. Если долго-долго-долго. Если долго бить резку. Можно стать кнутами. Ну просто интересно, когда весь рейд бежит к порталу, но засасывают только двух человек. Наверное, они не там стоят или не туда бегут. Засасывают? Наверное, они за спиной стояли. Засасывают? Тот же хант и тот же хил. Так, наверное, не нужно стоять за спиной близко к стене, когда метку несут. А, то есть мне надо в мелизоне стать, да, чтобы тебе спокойнее было? Да, в момент выноса метки не надо стоять близко к стене. Да и диспейлить тирана не надо. Если бы он бы позже диспейлил, то они бы вдвоем не засали. Ну нужно... Метка кидается. Метка кидается, и мы выходим в портал. Нужно смещаться ближе к порталу уже. От стены подальше. Давайте все тут можете фулбафы давать.